Всем привет! Продолжаем смотреть работы художников. Страдвик Джон Мелхиш, английский художник, прерафаэлит. Родился в 1849 году в Лондоне, учился в художественной школе Южного Кенсингтона, а также в школе изящных искусств при Королевской академии. По окончании учебы работал ассистентом в мастерской Сент-Хоупа. В течение 1870-х годов был учеником и последователем Берн Джонса, утвердившего его на позициях прерафаэлитизма. Я пользуюсь переводной Википедией. А в 1876 году дебютировал на выставке Королевской академии со своей картиной «Песни без слов». Регулярно выставлялся в галерее Гроссвеннер. Художник имел достаточно богатых покровителей из числа ливерпульских судовладельцев. Все творчество художника развивалось под заметным влиянием Берн Джонса. Налицо не только стилистические сходства, но и общность типажей, а также сюжетов, среди которых преобладают мифологические сцены с характерной метафорической иносказательностью. Картины выполнены в сочетании стилей Возрождения и Средневековья с тщательным вниманием к деталям, особенно в его обработке драпировок и аксессуаров, что привело к очень небольшому количеству работ. Около 30 картин изображают легендарные символические сюжеты, иногда с использованием техники итальянского квартачента. Он использовал насыщенные глубокие цвета, лица, явно вдохновленные Берн Джонсом, и роскошную драпировку. Times написали, что это красивый старик, очаровательная личность, чрезвычайно доброжелательная к молодым художникам. Рисовал в плосколинейном стиле, с большим вниманием к деталям, с помощью богатых и ярких красок. В 1909 в последний раз показал свои картины в новой галерее. Подобно многим художникам его поколения, ему было суждено увидеть закат собственной популярности. Победное шествие модернизма вытеснила его и ему подобных на периферии художественной жизни. Последние три десятилетия он не выставлялся и умер в Лондоне в 1937 году, где и похоронен. Кстати, одна из его картин под названием «Нежная музыка минувших дней» была продана за 276,5 тысяч фунтов стерлингов на аукционе Кристи в 1993 году. Ну, вот так вкратце о художники прерафаэлите Страдвике Джон Мелхише. Все, пока-пока, до свидания, смотрим работу.